И снова здравствуйте, всем привет. Итак, еще один вопрос. Значит, есть анимация прыжка лошади. И нужно, значит, ей добавить первые, значит, кадры, где она бежит. И последние, где она с прыжка переходит на бег, да? Как это сделать? Значит, эта лошадь тоже будет в группе. Папка будет обновлена для скачивания, там уже много есть анимаций, какие, может, подработаете. Ну, словом, вот такой пока результат прыжка. Так, теперь что нам нужно сделать? Зайти в Object Mode, добавить файл, значит, link, или даже не link, а каким образом сделаем? Наверное, open. Откроем папку, значит, где у нее бег. Так, бег. Бой, бег. Что тут еще есть? Прыжки есть. Вот, бег рысью, давайте. Так, это тройка на нампаде. Выглядит это все вот таким вот образом. Значит, ролики обзора на это тоже были на канале. Если кому-то интересно, посмотрите. Или скачайте вот эту папку и уже используйте для своих, допустим, анимаций. Что нам нужно сделать? Мы в PostMod, английская А, выделяем английская А. Так, N-панель, забывая, опять же, скринкаст-кей. Возможно, кому-то он очень помогает, что тут нажато, когда вы смотрите ролики. И вот английская А. Допустим, сбрасывайте выделение вот этих по кадровке, английская А. Выделяете по кадровке, если у вас брошена лошадь, то тоже английская А, и потом делаете правая кнопка мыши копии. Заходим теперь в файл Open Recent и находим бег и прыжок. Don't save. Так, и опять же мы в PostMod заходим и делаем Ctrl-V. Так, вот у нас скопировалось, значит, с того файла просто анимация. Не надо заходить, допустим, как вот в прошлых роликах я показывал Nonline Animation, или, по-моему, Graph Editor, не, Nonline Animation, и добавлять там какие-то связки, переносить, это кому как удобно, да? Ссылку оставлю на ролик в описании, вдруг кому-то пригодится. Итак, смотрите, первый кадр у нас, она вот здесь, она уже, значит, прыгает, да? Что мы делаем? Мы выделяем всю лошадь английская и все наши покадровки G, переносим, допустим, на сколько у нас там, ну, где-то пока на 30 кадр. Так, здесь у нас G, переносим вот эту покадровку всю на первый кадр. И смотрим, когда лошадь бежит, 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 и как она переходит. Видите, она тормозит и переходит, значит, в прыжок. Ну, когда быстро все это дело происходит, вроде бы нормально. Нужно это дело приблизить. Вот. Здесь, значит, так. Или выбрать нужный кадр. Я думаю, лучше удалить какие-то кадры. Давайте, вот он бежит, бежит, бежит. И оп, опа. И вот с этого кадра 18, вот эти остальные delete удалим. И это все G приблизим поближе. Вот раз, и вроде бы оп, похоже, что он, да, становится на дыбки. Оп, все нормально. Так, теперь продлеваем нашу анимацию. Так, это, ну, сделаем, давайте пока 150, не хочу высчитывать, и на 120 делаем Ctrl-V, вставляем то, что мы скопировали, опять же, с предыдущего, значит, файла. Так, здесь вот что получается, вот эти два кадра я удалю, а вот эти G на 110, ну-ка, так, не поглядел, на каких они были. Так, смотрим внимательно. Это значит приземление и пошел бег. Да? Чуть заторможенность после посадки. Значит, 111, ну да, 110 поставим. Так, ставим 105, 110. Промежуток у нас получается
Так, это 5 и 10, это где-то полсекунды. Ну, я думаю, нормально. Оп. И вот он пошел. Так, а ну-ка, раз. Смотрим, какая подойдет нам анимация. Так, если здесь вот он касается на левую ногу. Так, раз, да? На левую ногу. Потом, видите, вот это вот. Так, как это она выходит? Так, значит, толчок, и у него левая нога должна уйти. Вот начнем, наверное, вот с этого кадра. Опять же, у нас получается 18, delete, и вот это все G под ногу давайте перетянем. Так, не есть good. Видите, проскальзывание идет вот это. Это не есть хорошо. А вот этот кадр будет, наверное, в тему. А ну-ка. И G подтягиваем где-то на... Давайте на 105. Так. 15 у нас должен состыковаться с первым кадром. Смотрим первый кадр и смотрим 15. Все, стык идет. Ставим 115 кадров и смотрим полную анимацию. Ну, вроде бы нормально. Так, это дело сделано. Это получается, мы использовали две анимации. И из двух анимаций собрали первый, значит, этап бега, прыжок. И последний этап тоже бег. И замкнули это все на петлю. Так, теперь будет интересней. Интереснее в каком плане? Надо сюда зайти в Object Mode. И зайти, найти импорт FBX файл, найти, значит, жерд для прыжка. Делаем жерди S, побольше ее, да? Семерка на нампаде, нам нужно ее R перекрутить. G пока подставим сюда, тройка на нампаде. Вот здесь он, значит, прыгает. Видите, что? Оп. И вот здесь он должен перепрыгнуть и уйти дальше. Значит, какая штука? Пока мы вот эту жердь уберем, добавим, значит, что у нас есть возможности. Это курва, это патч, путь. Семерка на нампаде. Заходим в Edit Mode. R. Перекручиваем все это дело. Заходим в боковую панель, смотрим, так, Normal, куда смотрят наши усики, куда смотрит путь. Это выглядит вот таким вот образом, надеюсь, вам видно. Все правильно, путь перевернут, можно отключить. Значит, семерка на нампаде, R, путь еще подровняем. Тройка на нампаде и выбираем, ну, вот, вершину, да. Делаем ей E. Переключаемся на мов, и можно просто это после щелчка вытянуть. Так, ну где-то так. Так, теперь заходим в Object Mode, выбираем, значит, наш рик, выбираем через Shift наш вот этот патч, Ctrl-P, патч Constrain выбираем. Теперь выбираем наш рик, значит, наши лошади, и заходим, находим вот автоматик патч. Если нужно перевернуть, если вы путь попутали, то переворачиваем, допустим, в нужную сторону. Y, Z, все вроде бы тут стоит, и анимируем путь. Так, что у нас на пути стоит? Нам нужно анимация пути найти. Так, это Amber Occlusion отключу. Screen Space пока не надо. Патч анимация. Вот, патч анимейшн. 100 кадров стоит.
Я поставлю, наверное, где-то... Так, 110 у нас стоит. Я поставлю где-то 500. 500. И, значит, здесь тоже я поставлю 500, потому что... Ну, длина должна анимации составлять, допустим, где-то вот это вот расстояние. Так, здесь все включено. Теперь нам понадобится Nonline Animation. И, значит, что у нас тут есть? У нас есть, вот он, путь, есть анимация. Так, это все дело мы вытягиваем. И смотрим, как бежит наша лошадь. Она бежит именно 100 кадров. Ну, не есть гуд, да? Значит, что делаем? Находим акцион клип. И что делаем? Так, значит, делаем прибавку наших анимаций. Получается у нас вот раз, два. Так, вот три. Две анимации добавляем и уменьшаем сразу, значит... До 200, где-то вот на 600 ставим у нас плейбак вот этот. Теперь догоняем до конца. И у нас получается на 500 кадров у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6,5 проходов. 110 кадров у нас было, допустим. Это получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, и вот эти половинки как раз... 6,5 проходов. Так, видите, она бежит как бы медленно. Значит, что делаем? Уменьшаем проходы. Не уменьшаем, наверное, добавляем. Если она бежит медленно, значит, а ну-ка, давайте добавим. Так, так, так. И, значит, делаем 1000, а здесь тогда уменьшаем и ставим 1, 2, 3, 4, ну, 4,5 прохода. А ну-ка, ставим на первый кадр. Так, видите, у нее получается проскальзывание. Проскальзывание получается из-за того, что... Значит, не хватает ей кадров, да? Если мы сейчас уменьшим до 500 и прибавим движение, допустим, побольше. У нее получается проскальзывание опять же, да? Так, а сколько же тебе нужно поставить? Если я добавлю еще больше проходов и еще больше уменьшу, а ну-ка, вот сразу уменьшаем побольше вот эту штуку до 200. Видите, она на месте, потому что много этих, ну, бега, да? Ставим, значит, 700, а здесь тогда ставим, сколько нам нужно. Так, это 100, 110, 200, а ну-ка, 500, поставим 300 кадров. И вот у нее получается опять проскальзывание. Видите, вот это вот, когда она бежит, и вот это проскальзывание надо убрать. Проскальзывание каким боком будем убирать? Значит, 300 кадров. Так, а ну-ка. Здесь она слишком ускоренная. Так, 500 поставим. Вроде попадает, а ну-ка. Вроде бы как бы оно. Все равно есть, видите, скольжение. Поставим, а ну-ка, 0.
420. Во. Значит, поставим 410. Ну да, вроде проскальзывания уже нет такого. Раз, ноги стали. Ну, 400. Давайте поставим 405. Так, все, видите, проскальзывания почти нет, но тут единично, да? Все нормально. И добавим нашу анимацию прям еще побольше. Так как я поставил 300 кадров, а ну-ка давайте попробуем 500. Вот, 500 уже не катит. Вот 300 самое оптимальное. Я вот сколько делал, значит, по пути пускал персонажей. Вот 300, само то. Вот и смотрим теперь, да? Что у нас получается? Заходим в таймлайн, и тут тоже 300, да, поставим. Так, опять же зайдем в Nonline Animation. Так, 300 здесь тогда можно уменьшить за ненадобностью, да? Так, все здесь настроено. Так. Follow. Пускай будет. Смотрим. Заходим в таймлайн. Так, тройка на нампаде у нас стоит. И получается первый кадр. Раз. Видите? Значит, вот эта штука. Так, она должна быть, во-первых, повыше. Так, сделаю set origin, origin to геометрия. Оп, ноги, чтобы не цеплялись. И видите, у нее большой пролет, прыжок у нее длинный. Получается, тогда вот эта штука должна стоять где-то тут. А ну-ка. Так, или вот тут даже, под задними ногами. Смотрим тогда. Да, сдалека она начинает, оп, лететь. Ну тут вот прыжок больше как бы по длине прыжка настроен как на очень высокую, наверное, такую, на длинную какую-то там стену. Ну вот, вот эта штука как-то она слишком узковатая кажется. А ну-ка. Тройка на нампаде. И что делаем? Если мы поближе перетянем, лошадь начинает прыгать, допустим, ну да, чуть дальше эта штука, так. В принципе, нормально, что она, длина тела ее тоже, да? Так, и теперь, значит, делаем Shift-D. Смотрим, где она тут была. Так, лапы, значит, согнуты, лошадь в стойке. Притормаживает. Так, вот надо анимацию еще, видите, убрать ей скольжение. Это уже в анимации она скользит. Так, раз. Так, наверное, тут поближе поднесем. Так, а ну-ка. Опа!
И, значит, Shift-D. Еще разочек. Вот сюда. Так, Shift-D. Так, ну вот у меня чуть разрядился. Так, включили. Так, что тут? Ух ты! Вот даже на 300 кадров, видите, если так делать, ну, много пробега, да? Получается, если делать какой-то там сюжет, он должен выходить у вас где-то пробег, прыжок, ну, раз, два, три, на 3 секунды. Допустим, да? Так, 3 секунды. Анимация у нас идет 100 кадров. Получается, 100 кадров это у нас 5 секунд. И значит, 5 умножаем на 3, 15 секунд должен быть, значит, анимационный ролик, если, значит, пробег получается сколько? 2 раза. Да, если пробег 2 раза, то 15 секунд. Оп. Все, там уже нам не надо. И смотрим, как это будет выглядеть сдалека, да? Ну, нормально. Если добавить, значит, анимации еще побольше, значит, движение 2 добавить в конце. И получается частично в начале, то получается 2,5 пробега будет у нее, значит, на вот эту анимацию. Так, если смотреть сзади и добавить нашего героя какого-нибудь, и за место вот этих вот бревен добавить какое-нибудь там препятствие, ну, одно, два, ну, не столько, да, то она будет смотреться еще лучше. Так, а ну-ка, если мы сейчас... Что сделаем? Значит, мы тройка на нампаде включим видимость всего, уберем, значит, наш да. Нужно теперь, чтобы появилась анимация. Анимация при пути, она не будет появляться. Видите, она исчезла. Нам нужно удалить путь. Хошь, не хошь. Или отсоединить его, допустим. Вот теперь мы выбираем нашего персонажа. Postmod, английская А. И значит, что мы нажимаем, чтобы вернуть наши анимации. Frame All. Английская А. И наши анимации пропали. Значит, нужно их возвращать. Maker Lock in Macintosh. Check Frame All. Array. Go to current frame. Show second. Ну вот. Frame all раньше возвращал. Почему-то не стал, да? Итак, значит, возврат после настройки пути у меня не сработал. Я это дело, значит, перезагрузил. Добавил по новой все это, значит, анимации. И что делаем? 113 нам нужно вот здесь удлинить еще путь, да, вот к этой, значит, между прыжком, сделать его более длиннее. Делаем Ctrl-V, G, подводим, значит, вперед, увеличиваем, чтобы по кадровку понять, и, значит, конечный у нас 113, а первый 116, видите? Движения никакого, здесь будет стопор. Нам нужно удалить, значит, первый кадр. И G, значит, его подставить где-то на 110. Ставим 136 кадров, 136. И опять у нас конечный кадр должен совпадать, значит, с первым кадром. Вот, первый и конечный. Видите, движения никакого.
Конечный можно оставить, если он будет замыкающим, и поставить не 136 кадров, а 134-135. А этот будет смягчать как бы пролет этот. Вот видите, уже два раза он бежит, это как-то интересней. Вот, оп, уже прикольней. А добавим 3 раза, давайте поставим 100, заканчивается он 136, значит 136 delete, удаляем и Ctrl-V вставляем на 136, значит его вот этот конечный кадр, и значит по новой бег. 159 кадров ставим, 157, 158, 157. Два кадра можно оставлять именно для перехода мягкости на первый кадр. И вот он бежит, бежит, бежит. И тут, опа, толчок. Что-то этакое, значит, речку какую-то там, может, перепрыгнул там. Или, не знаю, какой-нибудь бугор там, какие-нибудь ветки. Ну, словом, вот такая штука. Опа. Можно ускорить, значит, его прыжок. Ну, в принципе, когда он летит, он замедляется. Когда он, значит, идет вниз, он ускоряется. Вот, оп. Здесь вот можно его ускорить, допустим. Если мы сейчас найдем, где он приземляется, это вот здесь, да? Оп, оп, оп. Вот здесь он приземляется. Эти кадры можно, значит, ускорить. Выделяем, значит, кадры, делаем S. Чуть-чуть их, значит, сдвигаем и подвигаем сюда G на 110, значит, нашу анимацию. Смотрим. Оп. Уже приземление вроде бы как, оп, ускорилось. Если еще мало, то тогда выбираем несколько кадров. Допустим, вот с полетом, да, если он летит слишком долго, тогда тоже выбираем все кости нашего коня и делаем S. Ну, допустим, до 90 кадра все это дело сближаем. И G, если здесь получается 90, и тут должен быть, так, ну где-то, так, G 95. Потому что к 90 это слишком быстро будет. Так, а ну-ка. Да, здесь слишком близко. Еще можно на... Ну как, даже... А ну-ка, вот оттянуть. Тогда слишком медленно приземляется. Ну, словом, нужно тут подгадывать, да? Какой-то кадр G можно подтянуть поближе к этому кадру. Оп! Чтобы у нас был такой мягкий переход. Так, что, если у нас получится, так я это пока сохраню, а ну-ка, файл, сейв. Так, сначала Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Давайте все вернем назад, чтобы вам потом можно было с этим делом поработать, да? И сохраним файл, save as, это будет, значит, бег и прыжок длинный. Так, вот теперь мы выбираем, значит, где у нас анимация полностью, значит, прыжка. Это вот, вот это все дело. И попробуем, значит, здесь у нас прыжок сам. Смотрите, прыжок у нас идет, значит, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ну, 80. Кадров. 80 кадров, это получается 25 и 25, это 4 секунды. В принципе, немного. Но если мы уменьшим, мы смотрим. Вот. Уменьшили на 10 кадров. Уже вроде бы быстрее. Ну, а как будет делаться рендер, это нужно будет подгадывать. Тогда у нас получается 146 кадров. Опа.
уже быстрее прыжок. Но вот здесь у нас посадка заторможенная, да? Угу. Если мы 90 кадр сейчас удалим, а добавим G поближе, значит, вот эту анимацию. Так, тогда еще один кадр можно удалить, чтобы он сам дописал свои кадры и сделал помягче автоматически. О, ну так получше. Можно потом, наверное, еще один кадр. Вот так лучше. И прописать его прописку. Вот смотрите. Раз он идет. Видите, так не может быть. Вот это дело уже так быть не может, чтобы тройка на нампаде, чтобы конь вот так вот после прыжка, да? А там, если он оттолкнулся, кто его знает, да? Так, а ну-ка, Ctrl-Z, Ctrl-Z. И что у нас получается с этим кадром? Вот, видите, этот нормальный кадр. Мы вот G чуть-чуть перетянем. Ну вот, нормально, вроде стряска пойдет. Во. Тогда ставим 139. 139, вот такая получилась анимация. Все, теперь если мы его пустим, как в начале ролика, по пути, у него будет, смотрите, вот он вот приземляется, и раз, один проход, второй проход, здесь у него получается половина прохода и прыжок. Получается 2,5 прохода. И это смотреться будет поинтереснее, чем он будет через один проход, значит, прыгать, да? Вот раз он прыгнул, и еще раз, раз, два, три, четыре, и на четвертый раз только прыгает. Вот такая анимация. Если кому-то интересно, качайте, попробуйте, как это все дело тут, значит, устроено. Все, всем пока, до свидания.